мной решил немножко поиздеваться, но я только рад таким издевательствам. Только, ребята, всем привет. Смотрите, что из меня сделали. Это на время. Вот это, да, товарищ. Сережа, доброе утро. Такой у нас красивый телевизор. Прям вообще огонь. Серега даже его включил. Давай, в гостинице мы были. Отель. Наш номер 220704. На пятом этаже где-то там. Сережа уже там за рулем. Ну, тут магазин продуктов, который вчера показывали. Который 24 часа, но он не работает 24 часа. Ладно, мы погнали. Берем из Кремль. Ребят, плюс 17, но не особо плюс 17. Кремль? Не особо Кремль, да? Такая башенка деревянная. Машину возле Кремля я негде поставить. Ну, в принципе, как у нас. Идем наполнять Серегу едой. И он Кремль. Ужас какой-то. Далеко оставили машину. Ну реально негде поставить. Астрахань, так сказать. Тем какой-то KFC они меня ведут. На листьев прятаться. Вот отсюда Кремль можно посмотреть. Хоп. Дай поехать домой. В Москву. Все, посмотрели. Серега, увидел Кремль? Серег, ты увидел? Увидел, увидел. И из-за этого мы ехали сюда. Вот, понимаете? Вот. Из-за жратвы. Как это вообще может называться? Из-за какой-то жратвы ехать в какие-то заведения. Да пипец. Я просто в шоке. Чики залазили. Компот. Пироженька. Она его сама готовила. Она перемолола. Как я вот засунул в этот кофемашину. Вот так. Молоко взбило. Просто огонь. Я сразу не заметил, но смотрите, что висит на потолке. Вот так вот. Идем сюда. 150 рублей на таких машинках. По всей территории Кремля. Вот он, Астраханский Кремль. Вид с дрона. Закрыт собор. Проход туда закрыт. Вот там есть собор, вход есть. А так закрыто. Вот кто-нибудь запомнит это название, ребят? Гауптвахта. Охренеть, блин. Так назвать. Что это, ребят? Фу. Прикольно, мне нравится. У меня уже башка болит. То жарко, то холодно, короче. Пипец, не поймешь. Какие растения интересные. Камень. Рабы какие-то нашли. Вообще не непонятно. Это же калмыки. Египетский или чей-то язык. Ребята, расшифруйте, пожалуйста. Это греческий, да? Короче, это, ребят, на стоп сделайте. Вот эти надписи. Я их через Google сейчас переводил. Фотоешь на Гугле. Вот здесь что-то Бог видит Бена. Там это, он выиграл кубок какой-то. Причем несколько переводчиков так это сделали. И дальше какое-то заклинание. Аля-ля-ля, халяу. На греческом. Короче, переводите, ребят. Кто дословно знает, пишите. В общем, такой интересный Кремль. Вот реально, ну хотите, возьмите гида. Мне кажется, тоже интересно будет рассказывать.
полтора тысячи на троих он стоит. Ну, мы решили сами прокатиться, в смысле, прогуляться. Тоже интересно. Больше времени у тебя. Как ты сказала? Кремля, Кремли? Люблю смотреть на Кремли, Кремли. На Кремли. Я думал, все-таки Кремль, наверное, не склоняется. Да, я люблю смотреть на один Кремль. А что если я на все смотрю? Кремли. На Кремля, Кремля. На Кремля? Да. Это как кореша, да? Кореш или кореша? Я люблю смотреть на Кремли или на Кремля. Теперь глобальный вопрос. Как видите, спать теперь? Видите, вот как спать она будет, да? Какая-то, да, непонятная туя. Прикольно. В общем, так, в принципе, сходить надо. Есть что посмотреть. Там еще какая-то ярмарка, там музей какой-то был. Не знаю, что они пошли. На дне захотела. Теперь я меня обвиняют. То, что я всех, короче, это того. Красота, ребята, красота. Газельки что тут делают? Да, скажи, с чего начинается Кремль. Ну все. Где-то можно вовнутрь зайти. Но мы никуда не ходили. Сувенирки различные. Ну, ничего такого. В Астрахани, Астрахани. Дерево тут посередине. Оба, да? Дуб. Дуб ты, Иван Васильевич, дуб. Вот такой один магнитик взяли. И все. Пойдем вокруг смотреть. Больно сделали. Оседр. Андрей, мы вот такой выбрали. Такой? Вам с собой? Завернуть? Нет, спасибо, мы смотрим. Там не ошиблись? Кто это? Сделали, даже очистили. Воду. Если кровь положили, все как положено. Огонь. Взяли пустые стаканчики, чтобы пивко потом попить из них. Да нет. Сереге лайфхак. Вот такая кафешка. Смотрите там. На пуфиках, на этих. Как оно? Гнездо называется. На них сидят, кофе пьют. Пиво пьют. Короче, у нас сегодня культурная программа. Серега говорит, пойдем на набережную посмотрим. И обратно. Обратно пойдем. Ребята, вот и развлекухи, а. Сходи на набережную обратно. В Таиланде такая же сцена была. Я просто опускают вниз и все. На время. Фонтанчик. Грозный сити, Москва сити. А вон, видимо, Астрахань сити. И такой порт, кстати. Пинка, караоке, ребята. Спой, запиши свои песни. Вот так вот. Кто-то обливал автомат. Где есть будки караоке? Филиппины. В Корее. На Филиппинах я сам видел. В Корее есть. Короче, огонь. Тоже балкончик пристроили. Кусочек Кремля. И, в общем, мы уезжаем из Астрахани в сторону Дагестана. Лечим зубки, пока спят малютки. Ребят, наркоз это скачивает. Круто. Прям это, да, коноплю дают это. Дети это конкретно там ее оформляют и, в общем, им зубки лечат. Сереж, куда мы едем? В сторону Махачкалы, а там посмотрим. В сторону Махачкала? Как говорить? Кизляр, Кизляшка. Да, Кизляр, да, может, мы сейчас в Кизляре это посмотрим. Акцент, да, просыпается сразу. У Надюши какой акцент будет? Надюш? А у меня русский, может оставить? Надя Чан. Вот, вот. Видите, у нее тоже акцент просыпается. Сейчас сменим 30-й регион, это Астрахань, на 05-й. На одном уровне, да? Кораблем. Корабль мир называется. Все затоплено. Телочка. Остановочка такая. Камазики, фигазики.
Бобик. Бобик орет мелкий. Не сортир. Сортиры такие. В них лучше не ходить. Чего тебе? Ужас. Запашок вообще пипец, просто жесть. Чуть не задохнулся там. Махачкала. 4,41 километра. От Астрахани мы уже 93 проехали, ни хрена себе. Оля. Вот. Так назвали. Астраханская область, республика Калмыкия уезжает. Астраханская закрытая республика Калмыкия, да, Лаганский район. Дорога другая, да-да-да. Там прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. А здесь нормально. Эти камеры зайти видно, что стоим просто на самом деле. Просто, блин, здесь 250 можно ехать. Все на 90. И опять степь. И заканчивается. Сменился водитель. Я первый раз еду по дорогам Калмыкии. Серег? Каково быть? Каково сидеть это, и семки грызть? Вообще огонь. Блин. Я еще не ощутил, так сел. Даже минут не прошло. Блин, а им так классно пахнет этими семечками. Че ты раньше их не начал жевать? Они офигенно. Блин, здесь вообще. Потом у тебя бонус будет. 90 по всей трассе. Зачем 90 тут делать, если ну, нормально 240 ехать? Границы только что стояли. Какой? Этот калмыцко-дагестанская граница. Пипец, короче. Машину все посмотрели, номер ВИН сверили, под капотом, он даже протертым. Говорит, у нас чуть масло, скорее всего, там подкапывает. Я говорю, что пристал-то, в общем. И на Арию посмотрел, как она у нас это валяется, лежит на этом, на сиденье. И багажник, сумку там Серегину открыть. Это и потом меня это, еще говорю, все не знали, сходите, говорит, вас все проверят. Я говорю, все проверят, куда, зачем. Взял, короче, пришел туда, там мент, ой, что-то долго забивал, смотрел. Адрес прописки у меня, кстати, неверный. Это поставил братовский, брата почему-то. Муж, кстати, у брата был, 158-ю статью мне какую-то привязали. Вообще даже не знаю, что это за статья. Говорит, в 2005 году, говорит, у тебя было. Я говорю, вообще не знаю. В общем, это... Они дают так, чтобы ты понервничал. С самого начала у меня руки тряслись, но потом я... У меня же никакой статьи не было, поэтому я уже это строго с ними начал уже спорить. Говорю, что за херня-то? Ребят, лучше Серегу за руль сажайте. Он хорошо проедет и без паники. В общем, это нервы дороже. Конечно, мы с Серегой нервничаем, да? Серега спокойный, сын. Он служил. Я не служил, я не в курсе. 15 градусов. Лукое, заправка. Ультра. Не ошибся, не Да, это Дагестан. В России заправка Лукойл. Луксойл. АЗС, бензин, болту, Батлух. Заправка Батлух. Заправки там нет, там одни шкуры продают. Папахи продают. Люксембург, да? Вообще, говорит. Махачкала туда. А мы на Хазавюрт или куда-то туда едем. Да вот и дагестанский скорый. И мы едем в них. Там плюс 6. Ну, я думаю, вы помните это местечко. Короче, мы в Дубках. И у нас такого же плана квартира расположения. Здесь все новенькое. 2,5, да, стоит? За 4? А вон за 4 2 дня. Замечательно. А на Авито она 2,5, да? Так, здесь плитка вот такая. Ну, немножко все, конечно, по того. Надо
нормальный шуруп. Получше, чем в машине. Получше, чем в машине, да, ночевать. Холодильничек тоже есть, имеется, так сказать. Может, сюда запихнули всего. Ванна небольшая, нагрев. Да, вот тут проблема, конечно, с ковром будет. Туалет. Прям трон такой, трон. А для кого гис, лейка? На всякий случай. Ну, и здесь, кстати, рядом мечеть. Не знаю, как в квартире, но на улице орал уже. Вот, здесь была наша комната. Но только мы уже в другой квартире, поэтому... Здесь сейчас Серега будет. Сереге посвободней. Храп погромче. Погреватель даже есть, кстати. Может быть, и мы сюда ляжем. Сейчас все посмотрим. Тоже разобрать ее вещи. Нормально. Так. Wi-Fi есть? Пароль? А, Wi-Fi непонятно какой. Но... Здесь света нету. Вот здесь есть свет. Посмотри, тут, скорее всего, спит. Что? Как? Даже раскладушка, вентилятор. Уже Надя тут начала, господи. Маленькая кровать, честно, маленькая. Смотрите, как они тут очень намудрили, блин. Даже USB-шки чисто есть. Отдельно тройничок и отдельно еще тут захерачено все. Все наше барахло. Пивас очень быстро заканчивается, потому что мы целый день не пили сегодня пивас. Даже я не пил пиво вот до вечера. Это у нас есть беленькая бутылочка. Она, скорее всего, сегодня пойдет. Так потихоньку Надюша жарит картошку. Это, кстати, вообще все наше. Привезли мы, наверное, пакетов 15 сегодня. Копченая вяленая колбаса. Килограмм целый. А, икра у нас есть. Вяленая. Надо сушить, короче. Что я вялю? Сыр, короче. Ну, икорка. Икорки красные, икорки черные взяли. Короче, вообще огонь. Ребята, мы так детально начали разбирать. Столешница приключена. Столешница шурупу приключена. Вот самая жизнь. Это, блин, на брусочке висит. Вот он, брусок, да? Огонь! Грязный. Просто ужас, с улицы взяли. Ну и очень хорошо подключен газ. Вообще никакой безопасности. Надюшка, тут картошки взяли. Кстати, наши бомж-пакеты и даже наша доска. Мы купили доску Серёга специально. Не бомж-пакеты, а быстрое питание. Безопасное питание. Безопасное. И даже стиральная машинка есть. Сережка вот тут уже сидит, по телефону лазит. Ищу места. Джамшут, да? Вот такие места мы поедем. Блин, вот так получилось, ребят. Да, по домашнему. Как положено. Давайте на сегодня, наверное, все. Лайкосики. Что да как? Увидимся, ребят. Всем будет знать. Вот так. Устали. Как раз так, вот так.